Вы смотрите обзор товара-средства от паутинных клещей Антиклещ, 10 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Флакон 10 мл от паутинных клещей. Широкий спектр действия, разрешен для использования в теплицах. Высокая эффективность. Назначение – акварицид. Приготовление рабочего раствора – налить в ведро 1-2 литра чистой воды, вскрыть флакон, отмерить необходимое количество препарата, в соответствии с таблицей, вылить в ведро с водой и тщательно перемешать. Довести рабочий объем до требуемого объема, перемешать и перелить в бак опрыскивателя. Рабочий раствор использовать в день приготовления. Культура вредный объект, норма расхода препарата, способ. Время обработки. Ограничение расход рабочей жидкости, срок ожидания. Кратность обработок. Огурцы и томаты защищенного грунта, клещи 10 метров литров на 1 литр воды, опрыскивать в период вегетации 1-3 литров, 10 квадратных метров урожая 5-1. Малина, клещи 10 метров литров на 1 литр воды, опрыскивать до цветения и после сборки урожая до 2 литров, 10 кустов, 2. Яблони, клещи 10 метров литров на 1 литр воды, опрыскивать в период вегетации от 2 до 5 литров на дерево в зависимости от сорта и возраста дерева 22. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.